Конечно же, если это произойдет, это меня очень огорчит. Болельщики ЦСКА знают, должны знать, что я всегда с уважением относился, с огромным уважением и к клубу, и к ним. И продолжу относиться с таким же уважением. Если они решат это сделать, это их право. Они полностью обладают правом это сделать. Но, возможно, это произошло из-за того, что было столько лживых новостей, и кто-то из болельщиков поверил в эту ложь. Повторюсь, мне будет грустно, если это произойдет, но добавить нечего. Я всегда уважал, уважаю и буду уважать болельщиков ЦСКА, потому что от них всегда получал только хорошее.